Здравствуйте, меня зовут Владимир Соколецкий. И уже в течение 5 лет я не только нутрициолог, то есть специалист по укреплению здоровья с помощью питательных веществ, с помощью витаминов, минералов, трав, но еще и курортолог. Специалист со специальным образованием, которое позволяет мне рекомендовать курорты, помогать организовать лечение на курорте для тех, кто обращается в центр Соколинского в Петербурге и теперь еще и в центр Соколинского в Праге. И в этом году я начал работать со Всемирной организацией термальной терапии, Всемирной организацией гидротерапии, как по-другому по-английски она называется. И у меня созрела идея рассказать вам, а как подобрать термальный курорт более правильно. То есть, куда, грубо говоря, поехать, на какой курорт, с какими процедурами, в зависимости от того, какой эффект вы хотите получить. И в зависимости от ваших предпочтений. Потому что на данный момент мы предлагаем авторские, эксклюзивные, особенные поездки в Италию, в Монте-Катине Термы, в Чехию, в Марианские Лазни, в Испанию, на Мар-Минор, на Малое море. Или город называется Сан-Педро-дель-Пинатар, это Мурсия. Так вот, как выбрать? Меня часто спрашивают, мне лучше в Испанию, или мне лучше в Италию, или мне лучше в Чехию? Ну, во-первых, конечно, эмоциональный момент играет большую роль. Потому что восстановление здоровья – это, в частности, восстановление нервной системы. Это база. Поэтому, конечно же, если вам принципиально нужно солнце, море, и на первом месте по здоровью, да, больше проблемы с иммунитетом, проблемы с нервной системой, проблемы с суставами, проблемы с кожей, то тогда мы выбираем, конечно же, Мар-Минор, едем в Мурсию, и там на базе отеля Таласия СПА мы проводим великолепнейший совершенно курс с ассистенцией нашего партнера, специалиста в области физиотерапии, сейчас работающего как менеджер, но имеющего специальное образование и детально понимающего, как использовать грязи, салиносы, то есть соляные озера Мар-Минор, для того, чтобы получить улучшение здоровья. То есть, наружные методы представлены наиболее так вот ярко, и причем доступны во все сезоны. Зимой огромнейший морской бассейн, летом само Малое море, сам Мар-Минор, да, и салиносы этого Малого моря. На улице все открыто бесплатно для купания и оздоровления. Зимой вы можете использовать процедуры в отеле Таласия. Причем с помощью центра Соколинского в Праге мы организуем поездку именно таким образом, чтобы у вас все было удобно. То есть, чтобы с первой минуты знали, как вы будете лечиться. Будете записаны к доктору-физиотерапевту. Вы будете постоянно иметь контакт с нашим партнером, говорящим, естественно, по-русски, который поможет вам организовать и трансферы, и экскурсии, и, ну, просто как мама, да, научит вас, ну, вот, всем моментам использования курорта. Особенно хорошо подходит Малое море для тех, кто себя спокойно чувствует в Европе, да, то есть не требуется, когда постоянное присутствие гида и там все включено, потому что это курорт, конечно же, не массовый, то есть в этом и прелесть, то есть толпы русских людей там не ходят, и поэтому вы можете там останавливаться как в отеле, и где прямо непосредственно находятся все лечебные процедуры, и грязи, и массажи, и физиотерапия, и бассейн морской, да, теплый, огромный. Либо вы можете воспользоваться предложением, связанным с размещением в апартаментах в гольф-клубе и просто как шейх за абсолютно реальные деньги пользоваться всеми преимуществами проживания в элитных комплексах испанских и приезжать на лечебные процедуры в отель Таласия. Еще раз повторюсь, Мурсия круглый год.
можно приезжать на лечение при проблемах с суставами, артрозы, артриты, остеохондрозы, остеопороз, проблемы с костями, да, восстановление состояния иммунной системы, особенно здорово, конечно же, зимовать. То есть мы можем рассказать, как в течение месяца с помощью натуральных средств и плюс курортологических факторов, как, например, восстановить нормальный иммунитет у маленького ребенка. То есть можно на месяц, это идеально, вообще зимой приезжать. Лето, совмещение купания в обычном море, в Средиземном, да, и в Малом море, лечебном, доступно в Сан-Педро-дель-Пинатар, Мурсия, Испания, Мар Минор. Значит, если проблемы, которые у вас существуют со здоровьем, они происходят в большей степени из пищеварительного тракта. То есть нарушена работа печени, кишечника, поджелудочной железы, то самый оптимальный курорт – это Монтекатини-термы. Потому что 4 вида воды, которые там существуют – леопольдина, реджина, тетучая, инфреско – в комбинации, в разных вариантах, да, то есть там сложная система, как мы подбираем, да, какую пить, регулируем это температурой, скоростью приема, количеством принимаемой воды внутрь. Благодаря вот этой комбинации из 4 видов воды можно получить оптимальный эффект очищения организма. То есть люди избавляются полностью от запоров, иногда удается прямо там на месте камешки, чтобы ушли и маленькие из желчного пузыря. Улучшается работа печени, причем это все надолго, то есть саморегуляция за 11 дней курса восстанавливается очень неплохо. Плюс к тому, грязевые процедуры с грязью, которые непосредственно оттуда, то есть это не то, что вас слегка помазали как-то. В Монтекатини-термы, ну вот, огромная канистра такая, огромное ведро, 20 кг, не знаю, на вас грязи наносится во время процедуры. На суставы, на позвоночник, через грязь мы достигаем не только улучшения с опорно-двигательным аппаратом, но и рефлекторное воздействие на пищеварительный тракт, что тоже немаловажно. Значит, ну понятно, что грязи ограничены для людей, имеющих опухоли, для женщин, имеющих гинекологические заболевания, поэтому здесь есть такое ограничение. Но все равно в Монтекатини-термы можно ехать. Почему? Потому что тогда, когда нельзя грязи, мы можем делать ванны. В Монтекатини-термы в любой сезон можно ехать. Вода доступна круглый год. 365 дней почти в году. Ну, может, там на Рождество утром закрыто и католическое, и, в общем-то, и все. Поэтому можно приезжать, когда вы хотите. Технологию лечения в Монтекатини-термы, конечно же, мы можем узнать более подробно в результате консультации. Один из аргументов выбора Монтекатини-термы – это то, что курорт в центре Тосканы, то есть логистически очень удобный. Что бы вам ни нравилось, кроме лечения, да, все лечение мы с вами будем укладывать в утро. То есть утром вы полечились, после 12 вы всегда свободны. Что бы вам ни нравилось – музеи, магазины, прогулки по холмам, просто отдохнуть, поспать, итальянская кухня. Все это можно обеспечить, естественно, в Монтекатини-термах, потому что это между Пизой и Флоренцией, то есть это центр Тосканы.